Караганде началась реконструкция тепловой сети по улице Ленина и ремонт 15-й магистрали. Первый заместитель акима области ознакомился с ходом работ. Подробности в следующем материале. От улицы Ленина в сторону улицы Гастелло началась реконструкция тепловой сети, протяженность которой составила 1066 метров. Работы обойдутся государству более чем 370 миллионов тенге. Эта сеть была проложена 42 года назад. С того времени замена не проводилась. Осуществляется в рамках программы «Мурдыжом». Данная сеть была здесь проложена в 1973 году. С того времени ни разу здесь реконструкции и капитального ремонта не было. Начался ремонт 15-й магистрали автодороги, участок от улицы Попова до выезда из города в сторону Темиртау. Работники будут устранять трещины, пучинистые участки, провалы. Будет отремонтировано почти 8 километров трассы, на которой выделено более 200 миллионов тенге из областного бюджета, свыше 400 из городского. С ходом ремонтных работ ознакомился первый заместитель акима Карагандинской области. Первая задача на сегодняшний момент – нам устранить именно эти дефекты. После устранения, то есть вот как вы можете потом посмотреть, мы делаем карты, которые устраняют сетки трещин, экскаваторы копают пучинистые участки на глубину до метра. После устранения этих дефектов мы будем снимать полностью весь слой асфальта, получается, на всей площади. Это 155 тысяч квадратных метров. Первому заместителю акима Карагандинской области презентовали планы среднего ремонта проспектов Шахтеров и улицы Букетова. Также власти Карагандинской области ознакомились со строительством Дома дружбы, где будут размещены этнокультурные объединения шахтерской столицы. Это все уже новый центр. Здесь вот каждый квадратный метр должен соответствовать, чтобы это было удобно. Для этого надо постараться привлечь соответствующих специалистов. А это уже физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по улице Белинского, что в Майкудуке. Строительство началось в мае 2014 года. Планируется завершить в августе 2015. Далее первый заместитель акима Карагандинской области побывал на Востоке-1, где будет осуществлен комплекс благоустройства дворовой территории. Здесь будут установлены игровые площадки, спортивный городок и тренажеры. Бакытгуль Окасова, Рустам Бараев, Никита Косых, 5-й канал.